твердотельных накопителях Micron 1300 используется 96-слойная флеш-память TLC 3D NAND. Компания Micron представила твердотельные накопители на базе 96-слойной флеш-памяти TLC 3D NAND. Серия Micron 1300 включает накопители типа размера 2,5 дюйма и M2. Они оснащены интерфейсом SATA 6 гигабит в секунду. По словам производителя, линейка Micron 1300 делает твердотельные накопители доступным для большего числа пользователей. Другими словами, эти SSD относятся к бюджетному сегменту. Впрочем, цены производитель не приводит. Накопители типа размера M2 выпускаются объемом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. А накопители типа размера 2,5 дюйма, еще и объемом 2 ТБ, во всех случаях скорость чтения достигает 530 МБ в секунду. Скорость записи – 520 МБ в секунду. Производительность на операциях записи тоже не зависит от объема и достигает 87 тысяч ОПС. Максимальная производительность на операциях чтения равна 90 тысячам ОПС для всех вариантов объема, кроме 256 ГБ, у которого она равна 58 тысячам ОПС. Что касается ресурса, накопитель объемом 256 ГБ гарантированно рассчитан на запись 180 ТБ, накопитель объемом 512 ГБ – на запись 300 ТБ, а накопители объемом 1,2 ТБ – на запись 400 ТБ данных в течение всего срока службы.